Have you ever felt? Are you listening? Damn. Всем привет, и сегодня я вам покажу, как проходит мое школьное утро. Первым делом я, конечно же, встаю. Дальше беру телефон и начинаю проверять все свои соцсети. Мне кажется, сейчас так начинается день почти каждого человека. Потом я иду умываться. Чищу зубы, расчесываюсь, и сегодня я решила себе сделать такую вот масочку. И, конечно же, я включаю себе музыку и начинаю снимать смешные видео в Snapchat. Надо не забывать про завтрак. Сегодня я буду есть бутерброды и ананасы. Ставлю бутерброды поджариться. И теперь пришло время для макияжа. Обычно я не крашу школу, но сегодня я решила накраситься. Пользуюсь я минимум косметики. Сначала пудра. Затем прозрачный гель для бровей. Тушь и гигиеническая помада. Когда у меня в школе какие-то контрольные или самостоятельные, то я повторяю весь материал. Пришло время собирать рюкзак, и в этом мне, конечно, помогает Абус. Делаю себе прическу для школы. А теперь пришло время выбирать наряд на сегодня. И в конце сбрызгиваю свое лицо вот таким вот тонером. В общем, всем привет, ребята! Это очень странно, что я приветствуюсь с вами в конце этого видео. В этом видео я показала, что я делаю утром, а точнее, как проходит мое обычное школьное утро. И кому понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а также оставляйте свои комментарии внизу. Я желаю всем удачи и всем пока!